Жители Ульяновской области выбрали кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах 10 сентября. В единый день голосования пройдут дополнительные выборы в Ульяновскую городскую думу по двум засвиярским и одному ленинскому одномандатным избирательным округам. Кроме того, состоятся выборы в Совет депутатов муниципального образования, Барышское городское поселение и в Новоульяновскую городскую думу. За право баллотироваться в местные органы власти от «Единой России» боролись 119 человек. Среди них не только члены партии, но и беспартийные граждане. Большое внимание уделяет «Единой России» нашему поселку. И хорошо, что у них такая акция. Предварительно определиться со списком кандидатов для дальнейшего голосования в Ульяновскую городскую думу. Интересно, мы определились заранее с этими кандидатами и знаем, за кого пойдем голосовать. Предварительное голосование началось в воскресенье с 8 утра. В регионе работало 33 счетных участка в 18, 20 и 30 избирательных округах города Ульяновска, Новоульяновска и Барыша. По данным председателей счетных участков, уже в 10 утра в голосовании приняли участие более 1500 избирателей. Среди них был и губернатор Сергей Морозов. Меня очень порадовало то, что в этом году такой вот предварительный праймерис имеет ряд ярких, очень интересных новаций. Ну, расскажу, например, об одной. Сами люди выбирали темы для дискуссий. И мы видим о том, что эта дискуссия связана с жилищно-коммунальным комплексом, эта дискуссия связана со здравоохранением и демографией, с качеством государственных услуг. Несмотря на ненастную погоду, жители региона активно шли на счетные участки, где были созданы все условия для волеизъявления граждан. Соблюдалась тайна голосования. Максимальная активность граждан была отмечена в Новоульяновске, Ленинском одномандатном избирательном округе номер 30, Барышском городском поселении и в Цельнинском районе. Результаты голосования будут озвучены после утверждения региональным оргкомитетом. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.